В следующем году новые физкультурно-оздоровительные комплексы начнут полноценно работать во Владивостоке. В ближайшие недели завершится строительство двух таких объектов на территории школ в Первореченском районе и поселке Трудовое. Финальные работы в школе номер 78 проинспектировал глава Владивостока. Он реализуется на средства Министерства спорта Российской Федерации. Будет самый значимый в этом году у нас спортивной площадкой всесезонной, которую мы будем реализовывать. Ну и по нашим прикидкам, наверное, с первых чисел февраля мы уже сможем проводить здесь официальные спортивные мероприятия школьные. И еще один физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе достроят в начале следующего года. Напомним, комплексы строятся на территории школ номер 56, 70 и 78. Проекты в школах номер 56 и 70 реализуются по инициативе полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и под руководством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.